Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем играть в Infestation Van of 2. С нами 4К и Барабашка. Поздоровайтесь, ребят. Всем привет. Вот, в общем, мы играем, и у меня нет патронов. Мы сейчас начали играть, мы тут немножко полутались. Ну как немножко, прилично полутались. Да, и у меня только патрики на Desert Eagle. Вот тут лежачие зомбаки, блин. Ладно. Халява. Я выбил себе рюкзак. Патрон залагал как-то. Я выстрелил, а он попал куда-то, хрен знает куда. У меня остался один патрон, не знаю, можно застрелиться из него. В принципе, ну да, какого-то я зомбака снес. Да, за зомбаков здесь дают кучу опыта и кучи этих всяких шмотки из них выпадают. Ну, также рюкзаки и так далее. Так, этот на 37 слотов. У меня сейчас топовый рюкзак. Я он 78 тысяч себе набил. Ребята тоже подкачались. Так. Блин, мне патрики бы. Какие-нибудь хотя бы. Тут есть боссы. Мы тут одного валили пару раз. Он появляется в одном... в городе он появляется на вертолете. А здесь вот он появляется прямо на площадке. Так. О, пистолет какой-то. Так, сейчас посмотрю, что за пистолет. О, кстати, тоже. Давайте разрядим, перезарядимся. Что вы сейчас делаете вообще? Кроме как валите всех. Ну, лутаемся, что еще? Здесь же вроде ничего больше делать. Ну, лутаться. Лутаться, убивать зомбаков там. Так. Слушай, я броник нашел. Вот. В нем 150. Гребаные зомбаки. Барабаш, иди чекни броник. О, петух. Супер. Ё-моё. Так, сейчас скоро должен босс появиться, да? Красавцы. Скажи. Так, сейчас я соберу тут всего себе. Чекни броник, вот сейчас скинуть его. Сайга, калаши, просто здесь куча всего. Ну да, это... А, мы еще поиграли немного в выживание. В выживании повеселее. Это 15. Вот, так, в плане того, что... У меня просто буквы размыты. В плане того, что повеселее, в плане того, что там лута почти нету, то есть, чтобы там себе что-то набрать, там надо прям рвать себе задницу. Также поподкачивались слегка. Это чьи броники? Это кто все раскидывает? Вы? Да нет, тут уже лежал. Катана. О, круто. Меч какой-то нашел крутой. М16, обвесы. Да, слегка разобрался с обвесами. То есть берете оружие, нажимаете F6. И вот обвесы. А если они у вас есть, то вы какие-то можете одеть. Так, стоп. Давайте-ка я сейчас посмотрю я себе вот давай, этого. Давай, Миша, надо. Так, одену. Это я сейчас разрежу все. Потому что столько одинаковых стволов мне нафиг не надо. Тем более все они у меня есть и так. Дома. А, так, вот это разрядим. Так, о, кстати, меч крутой нашелся. Джока Катана. Да, скины научился примерять на различные оружия. Так, вот это все скидываем. Так, это мы разрядили, это мы разрядили. Все, это нам все нафиг не надо. Нож я, в принципе, оставлю. Хотя, тут от него толку-то вообще никакого нету. Так, патрики мы скинули. Сайгу тоже нафиг. Мы оставим вот так. О, кстати, вот это разрядим и тоже скинем. Все. В принципе, так, вот этот автомат сейчас надо повыше куда-нибудь поставить. Так, вот этот разрядить, Томпсон. У меня Томпсон откуда-то. Так, стоп. Да, на С это смена вида. Да, я, конечно, накидал тут. О, пулеметик. Это кто-то из вас, наверное, да, скинул в контейнер? Кого? Оружие. Бери. Кого бери? Он топовый. Топовая броня это. Самое топовое. Так, да, пулемет. На троих одета, да. Нет. Такая. Но она там на другом герое. А, тут патронов тупо нету. Да, в общем, вот, выбираете себе, например, оружие, нажимаете F6 и смотрите, что вы можете вот нацепить. Тут, да, также несколько видов магазинов. Да, я обычно себе беру вот этот. 45-й. А, нет, стоп, это... О, тут, кстати, консервы есть, сковородка. Как в этом, как его... Live or Dead, блин. А, танка со сковородкой идти. Че, будем из лагеря выдвигаться куда-нибудь или тут бегать будем? Да, выдвинемся немножко пройдем. Или что, дождемся босса? Да, блин, босс, конечно, тяжкий будет для нас.
О, зомбаки. Да, а чё, как их? Чё за бред? Почему у меня... Почему у меня глушителя нету? Она же по факту идет вообще с глушителем. А, глушака нету, круто. Ну тогда мне не нужен этот. О, как сладко, классный прицельчик. Так, уберем пока этот вид. Так, здесь вон обоймы. Да, я там себе много обойм набрал, кстати. Вот ты когда выходил, Михан, там еще чуть-чуть полутались. Крутых пушек набрали. Так, стоп. Что-то... Кстати, тебя когда этот, слышишь, Барабаш? Тебя он когда убил, no. Он, получается, сидел. Он как будто же знал, что я еще есть. То есть он так он понял, тебя видел я. Просто, может быть. Ты не да, подумал об этом? Да, он видел, но он видел, что нас двое. Но куда я ушел, он не видел. Когда Барабашка, то есть, пошел прямо на него, я отбежал с другой стороны и сел там. То есть, он шел в ту сторону целенаправленно, где я... Ай, стой, чувак, чувак, блин! Напротив вертолета. Ё-моё, блин. Я его увидел, он поминает. Он подбегает ко мне. У него лут. Давайте, пацаны. Так. Он лутает меня. Он за вертолет прям сел. Обойдите его с правой стороны вертолета. Он с левой стороны вас палит. С правой обходите. Прям через сетку фигарь его. Миша, он залез на вертолет. По вертолету прыгает. Я за 15 косарей закуплюсь. Я сейчас появлюсь. Блин, он меч катану забрал. Он сейчас выходить будет. А нет, нет, он лутается пока что. На вертушке. Давайте. Так. Он прыгает. Я через 2 секунды появляюсь. Миша, давай. Миша, я в тебя верю. Миша, давай. А! Барабаш, блин. Да барабаш вообще сидит где-то в углу. Ты что, не можешь его завалить? Блин, я вывел его на тебя, барабаш. В смысле? Я по нему стрелял, алло. А вон он, вот смотри, он прям сверху прыгает. Он на вертолете, я вам сказал, вы что? Он прям на вертике. Вы меня типа это вообще ни о чем, да, не слышите? Правильно. Там зомби, ты не сказал про зомби, что там еще зомби стоит. Так я следил за чуваком, а не за зомбаками. А это же тоже минус, да мне приходится по двоим стрелять, по троим точнее. Ты понимаешь, если тебя убьют зомбаки, барабашка тебя залутает, ты рядом появишься и все. А если тебя убьет он, да, то... Барабаш, я сейчас тоже выкуплюсь. Сколько? Он там еще, Миш, посмотри. Да, он прям на этом месте. Он прыгает, давай. Сейчас я добегу до базы. Я голый бегу, у меня пушек даже нету. Зомбак вон на меня бежит. Ой, меня ударил, супер. Но я не заразился. Я слышу, как он прыгает. Ты его видишь, барабаш? Ну, на вертолете был. Да, супер. Я к тому, что пали за ним. А все, убежал, бежал. В смысле, убил? К тебе бежи. Ко мне? Да. Так, он на дом сбегает. Тихо. Так я... А, вижу его, вижу. Вижу его, вижу, блин. Я появляюсь заново. Еще 15 косарей потрачу. Да я вижу, что он на дом запрыгнул, а ты в него стрелять не хочешь там, типа? Или ты просто за ним палишь? Да, точно. Можно посмотреть, как он на дом запрыгнул. Да, он на доме стоит, я его вижу. Я как бы бежал к нему, алло. Ну ладно, хрен с ним, давай. Я дубль 3 делаю. Я попытаюсь сейчас зайти через эти. Мне хотя бы пушку какую-нибудь найти, понимаешь? Я даже пристрелить его не могу. Да, жесть, конечно, ребят, получается. Ну ладно. Ну а хрен. Ты 15 тысяч выкупился и вообще в долине какой-то, блин, непонятный. Я неподалеку от этого. Нет, тебя вообще здесь нету. Где ты? Стоп, ты справа от меня. Нет. А, там алмаз вижу какой-то, а я не вижу Миши. Хм. Подождите. Ну вот на карте там барабашка. Подожди, я Мишу вообще не вижу. Скотина. Да ладно. О, черт. Блин, зря выкупались. Пали его, пали. Нет, не зря, пали. Да, конечно, я 30 косарей уже потратил. Ну ладно, на зомбаках настреляем. Барабаш, смотри, он бегает, скажи. Вообще, контролируй ситуацию. Он стоит сейчас на машине. Лутает меня. Тебя лутает, да? Все. Контролируй ситуацию. Барабаш, ты закупил, выкупился? Да. Красава. Если сейчас меня зомбак не сожрет, я его валить буду. Смотри дальше, что он лутается. А, или ты уже все? Так я уже все. Да. Так, ё-моё, давай. Я пытаюсь на это, наверх залезть. Ага. Ой-ей-ей!
Так. У меня 8 патриков. Я его не вижу. Так, сейчас. На какой он тачке был? Где-то на какой-то тачке сдох. На хаммере у дома, который залезть тоже наверх. А... Так. А, черт, не то окно. Я его не вижу. Может, он ливнул с сервера? Ну, он на крышу, наверное, залез. Не, я его не вижу на крыше. Когда он подбирался, он на крыше был. Я знаю, что он на крыше был. Вот ты сейчас забегаешь, да? Вижу, он там по кому-то стреляет или гранату кинул. Что-то такое сейчас было, взрыв. Отсюда плохо видно. О, по тебя ранили. Кто? Зомбаки? Зомби, зомби, зомби. Ты тратишь время на зомбаков? Серьезно? А, вижу, вижу, он меня спалил. А, черт, козлина! А, не-не-не-не-не, я добью его. Я добью этого да гада. Нет, нет смысла, ты сейчас потеряешь много денег. Лучше нам перезайти, слышите? Да поздняк. А, стоп, подожди. Выйти с сервера. А, нет, все, я не подряд, я выйду с сервака. Все, давайте перезайдем тогда все. Подожди. Так, ну возродиться этим я не могу героем? Да. У меня есть второй прокачанный герой, более-менее. Да, смотри, кстати, выбил себе пару скинов. Ну как, просто нашел их, да, вот на различные виды оружия. Ну, медведь был, без понятия. Медведь, наверное, самый стандартный рюкзак, скин. Так, сейчас я посмотрю, что у меня в оружии. Оу, оу, у меня откуда-то крутые пушки. Даже прилично так крутых пушек. АК. Так, давайте все скинем. Да, вот тут снопу нашел М107. Блин, конечно, со снопы бы его завалить. Но надо пока патриков себе набрать. Ну что, барабаш, у тебя получилось его вальнуть? Нет, сейчас пробую еще попытку. Блин, слушай, не пробуй. Если ты голый побежишь, даже не пробуй. Как бы мы тупо тратим все. Так, стимак, вот. Я возьму себе две обоймы, я думаю, мне хватит. Поскольку по 10 патронов, в смысле? Тогда все возьму. Так, на него ведь эти, да? Я могу, конечно, снайперку взять. А, нет, стоп, стоп, это не те патрики. В смысле, снайперку можешь взять? Ну, возьми. Не, не надо, блин. Ты проснешься снайперку, это будет вообще жесть. Так. У меня две снайперки, одна это... Как вот, вот это здоровая такая, вот, хорошенькая. Так. 911 магнум, так. Ну, попробуй. Не, слушай, если ты просрешь снайперку, это будет печально. Да пофиг. Ну, да как бы да. Тебе да, тебе в принципе пофиг. Нельзя здесь автоматически, блин, как-нибудь выбирать. Да, мы еще не до конца разобрались с игрушкой. Пока что вроде как все нормально. Так, сейчас. Ну, давай пока ищи. А я пока себе патроны найду. 911 для кольта. 760. Стоп, подожди, как они называются-то? 911. Просто 1911 магазин, фига себе. У меня, походу, таких нету. Да, ладно, пойдемте в магазин. У меня 48 тысяч осталось. А где вы смотрите название патрика? Смотри, ну в смысле, заходишь в меню, заходишь в инвентарь, глобальный инвентарь, у тебя в первый слот сразу же появляется все оружие. Нажимаешь на следующий, где нарисованы патрики. И на каждом... Я понял, а какому оружию? Нажимаешь на оружие, да? У тебя написано этот, какое оружие, какие у него обычно патроны, типа какими он стреляет. А снизу написаны патроны. Вот, статистика. Какие вот, у тебя написано, сколько у тебя в магазине патронов, и с какие патроны он использует. То есть, вот, например, станок, сколько, 60 патронов магазин, станок 45 патронов магазин, просто патроны станок, станок С магазин, станок С магазин элит. Вот. И ищешь вот эти вот названия, там, там станок элит, или да, станок С-магазин элит. Вот. Ищешь такие названия у себя. Да, все, я понял. Вот, все. Так, а я пока для кольта посмотрю себе. Патроны, пока там барабашка. Пытается. Так. У меня патронов 7, 11, 19, 11. Так. Так, 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 так. 19, 11 найти. О, вот они, сразу прям. 700 монет стоит. Замечательно. Куплю себе 3 обоймы. Нет, лучше 5. Это же коль, да? В Counter-Strike же дают сразу 5 обоим. Так, все. Теперь бы их найти. Самое забавное, если они у меня были. А я их закупился. 9 миллиметров. Нет, это не то. Блин, где же они? Так, вот они. А, вот они. Все. Все, все, я готов.
Ну чё, барабаш? Так. Сейчас, погоди. Ты его не завалил, что ли, ещё? Так, здесь... Так я вышел, Олег. А, все, давай, мы тебя ждем. Также здесь вон рюкзаки можно покупать, противогазы. А толку... А, стоп, подожди, они дают защиту. Какую-то. Самый топовый это, конечно, у нас на 20 защиты. Кстати, здесь на 20 защиты нету. Здесь маски есть, которые защищают тоже. Ну и вот самый топовый броник здесь. Ну, также здесь есть еда, различная оптика. Если она будет у вас в инвентаре, то вы сможете навесить ее на свое оружие. Тут на снайперки, на фигайперки. Кстати, а тут... А, это, стоп, это лазер? А, лазер. Я думаю, это подствольный гранатомет. Было бы классно, кстати. Подствольный гранатомет-то. Это фонарик. Так, глушитель. Не, нету. А это что такое? Похоже на... А, это тоже лазер. Так, ладно, давайте. Так, вы сейчас... О, все, я могу вас добавить. Слава богу. Так, у меня возродился герой. О, у меня воскрес герой. Сейчас я ему пушку дам. Так. Это у меня же полностью... Я даже не буду, наверное... Не, я рюкзак ему просто... Сейчас, погоди. Да, давайте, давайте. Я не соединяюсь, ни пока ничего. Сейчас я себе рюкзак нормальный возьму какой-нибудь. Так. И, пожалуй, У меня берет есть? У меня есть краповый берет. О, жесть. Так, возьмем вот этот. Возьмем какую-нибудь касочку такую простенькую. Во, камуфляжную. Ну, давайте, подключайтесь. Ну, в смысле, создавайте. Сервак, я подключусь. Так, вот он мой автоматик. Так, какой здесь самый максимальный дамаг? Кстати. Я думаю, это у снайперки. 150. Фига себе, нормально, нормально. Так, что по патронам? Нет патронов. Вот на это, кстати, скин есть. И вот на это. Так, ладно. Где он там, мой любимый автомат? Так, станик магазин. Скажите, в общем, когда у вас все там будет, да? Так, все, у меня все. Пистолет я себе брать не буду, аптечки возьму парочку. И немного еды. Нет, стоп, это мы скинем, вот это возьмем. Еды в одну. Ну, все, это вы можете, ребят, если что, закупить. Так, ладно, все, давайте. Ну, какой сервак пойдем? Или вы еще не все? Все, все, погнали. А, все, погнали. Так. Ну, народу здесь дофига. Мы как пойдем? Полутаться, посмотреть или повалить? Полутаться, он нам, блин, весь рез, все ресы выбил. Все ресы выбил, да? Так, ну вот есть... Я с собой снайперку беру, так что... Ну, я тогда не идем на сервер, где нельзя со снайперкой. Правильно. Я взял тоже с собой, но я такую взял, которая отдачи большой, но она наносит зашибись. 150 урона у меня снайпа выносит. Все, подключайтесь. Можно там попробовать. На этом серваке сейчас посмотрим. Ну, пособираем оружие, нам надо поднабрать какого-нибудь. Я бы снайпер, конечно, поднабрал и патронов, а то из зомбаков повалил, то вообще прокачаться надо хорошенько хотя бы. Там есть фигня, где можно это отдачу, чтобы меньше отдачи у оружия была. Вот это надо вкачивать себе, чтобы как раз на снайперке стрелять и на всем остальном. Потому что вы смотрите, когда вот мы зашли на сервер, где было 60 из 100, чувак гасился, я нахожу. Так, я появился. О, помните, мы на пляж играли в это в часть, где были на пляже. Вот я сейчас там. Ха. Пляжный вариант. Так, перезарядимся. Зомбак. Короче, здесь этот лунопарк на пляже, где этот в Америке есть там такой. Вот мы сейчас будем на нем гонять. Диснейленд? Нет, на пляже. Ну, у них такой, как бы... О, барабашка прям передо мной появился. Он прям на подвесном мосту у них по типу такого. Вот. Кстати, надо баксов подзаработать. Вот. И он у них как бы... Как тебе объяснить-то, блин? Не знаю даже, как тебе объяснить. В общем, он на мосту у них... Я не помню, как он назывался. Там в одном из фильмов какой-то там был фильм, да, и вот там прям так и начиналось. О, зомбак лежит, меня ждет. Гранату мне принес. Барабаш, лови гранату. Я помню, ты мне в тот раз гранату подарил.
Да, она меня, конечно, покоцала слегка. Так. Ой-ой. Ой-ой. Нет, через эту хрень не прострелить. Бабашка, посмотри пока мясо. Да, посмотри за мясо. Не-не. Я на такую хрень второй раз не куплюсь. Это с Диманом так было. А, с Диманом. Да, у нас там был один умник. Говорит, посмотри за мясом. И попытался его пристрелить. С копья вроде. Чё за бред? Где он? А, вот он. Ой, с него клюшка для гольфа упала. Барбаш, сыграем в гольф? Будешь мечать? Нет, мечом будет твоя башка, я буду по тебе бить. Да, если вы находитесь в... Опа! Так, по мне, походу. Так, я ухожу в другую сторону. Сейчас я нажму F6, посмотрю, есть у меня какие обвесы. Обвесов никаких. Так. Я слышу, что слева. Это почему? Может, это четверка стреляет? Миш, это не я ты? Ну, я бегу туда. Ну да, правильно, бежим на стрельбу. Смотрите, кому он стреляет, непонятно, потому что никто урон не получает. Там я слышал, две снайперки стреляют. Ну это две косых снайперки. Я не пойду туда, я что-то как-то не хочу, я лучше полутаюсь. Может, найду себе топовую касочку. Так, это мы разрядим пока что, это нам не надо. Но, нет, калаш я оставлю, пожалуй, даже его перезаряжу сейчас. Жалко, что здесь в закрытые дома заходить нельзя. Нашел. Нашел? Аккуратней только. Да. У тебя снопа вроде, да? Да-да-да. Давай, барабашка, жги. Только подожди, прицелься аккуратно. Я, кстати, патрики для снопа. Их там трое. Их трое? Хрена себе, ну и нас трое. Да, и мы сейчас трое. О, я чертеж нашел. Так, я нашел еще один скин. Это скин на... О, у меня такой есть, кстати, автомат вроде как. Нет, такого у меня нету. Это был скин на один из крутых автоматов. Так, бронька. Магазины с патриками. Ну и все, тут все. Ты их видишь? Скажи. Да, они на парковке стоят. И просто хреначат зомбаков? Хренью мают. А, подожди нас. Подожди. Да, пожалуйста. Ты не скажи. Я не раш. Они стреляют в тебя? Они там с кем-то стреляются. Опа, вижу чувака. Так, сбоку гасит, который... Так. Миша. Отлично. Барабашка минус. Где он? Скажи, к тебе подбегает? Он под мостом. Он под мостом был. Михан, снизу. Он к тебе бежит? Не вижу сейчас. Под мостом, я под мостом. Так, он сейчас, короче, да. Вижу его. Бежит. Давай, гаси его. Минус. Красавчик. 4000 баксов. Погоди, где-то еще один есть. Нет, их трое там еще. Они, короче, вон там, он на парковке спереди. Не лезь только. Смотри. Вижу. Где? Миш, залазь наверх. Ух ты, ё-моё, у него скинов зарезаюсь. Сколько. Ты зарезаешься, конечно, но я... Да. Так, стоп, я сейчас начну вот с этого. Сразу себе. На какую именно? Наверху, парковку? Миш, на парковке. Зайди на парковку спереди, и пали. Который. Я сзади тебя. Я знаю, что ты сзади меня, говорю, зайди на парковку и пали. Ты чё, серьезно что ли, лутаться? Карта на Сан-Андреаску похожа. Да. Миш, аккуратней. Блин. Если нас сейчас завалит, это будет печально. А так мы сейчас хотя бы с ресом идем. Да ё-моё, ты чё, запрыгнуть не можешь? Лутайся, я полю за ними. Ладно, все, я лутаюсь. Раз ты там смог палить. Так, я снопу взял твою. А, нет, это не твоя. Так, я пока собираю все. Пушки, как-никак, пригодятся. Да, конечно, у меня сейчас, скорее всего, инвентарь забьется. Но здесь и оптические прицелы. Барабашка, вижу, бежит. Барабаш, долутай. Миша там вон лег. Так, сейчас я посмотрю. А, вот твоя снайперка, кстати, у меня. Он со своей был еще. Вон он, он... Тихо. Ха-ха-ха, минус один. На мосту один. Он на мосту, блин. Еще где-то один. Да не знаю, где один, но он на мосту был. Я на мост пошел лутать его. Он на мосту барабашку выцеливал. Стоять, по мне работает. Да вижу, спустись вниз.
Я. Откуда, не понимаю. Так, сейчас. Автомат, 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 быстрей. Так. Сейчас тебя кто-то лутать придет. Барабаш, ты где? Оп. Готовься. Пушку подбери какую-нибудь. У тебя есть какая-нибудь пушка? Есть. Так, стоп. Давай, давай. Я жду, когда Мишаня лутать придут. Ха. И тебя жду, чтобы ты поднялся. Мишу просто снесли. Опа. По тебе? Не знаю. У чувака была випка. Тихо, тихо. Где-то на пляже стреляются. Вон, вижу. Да, вижу, вижу. Слышу. А, да, окей. Сверху. Барабаш, сверху. А-ха-ха! Барабаш, стой! Тихо. Ты его завалил? Стоп, стоп, стоп. Вижу, вижу. Внизу, внизу прям. Вот прям под барабашкой. За барабашкой, точнее, за барабашкой. Сверху, сверху. Да я вижу, 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 вижу. Чё ты мне говоришь-то? Он по мне выцеливает. И еще снизу, чел. Да я знаю, Миш. Ты, может, поможешь? Я ползу еле как, блин. Меня заметят, меня сразу высыпят. Так, я могу выйти. Я выхожу. Ходи. Так, там сейчас хоть какие-то скины сохраню. Опа, гранаты, взрыв. Опа. Меня чел сзади забил. В смысле? Их там больше. Их, они в тиме все вместе. Да вряд ли все. Денис, втроем, и вот четвертый меня сейчас убил. Ну ладно. Так. А, ты вышел? Да, я вышел, я спас твою снайперку. Я сервера тогда. Так, у меня какое-то весло. Блин, жесть. Так, сейчас я скажу, что я еще взял. Я взял с него снайперку, FN FAL какой-то. Похожая на М-ку, но с оптикой и с пламегасителем. Еще вал нашел, еще один. Слона нашел, кстати. Это, наверное, твой барабаш, да, слон? Маусер SP-66. Маусер SP-66. Не знаю. А может и не твой, может Миша в твой взял, я не знаю. Так, ладно, я все скидываю. Это мой маусер. Твой маусер? А подожди, а как он может быть твоим, если... А! Я брал с собой. А, замечательно, просто жесть. Так, сейчас я эту лопату скину еще. Так, сейчас мы перезайдем. Так, мне надо только себе что-нибудь на автоматику взять. Нет патронов. О, нет, это нельзя. Так, гвоздомет можно взять, 35 патронов. Отстреляюсь красиво. Вот, патрончики есть. Так, это я скину. И надо что-то с собой взять такое топенькое. Блин, слушайте, не, ну жесть. Конечно, ребятки нас раскладывают. Я возьму Мишину снапу. Тебе? Но. Тебе да, отдам. Возьми. Чё? Возьми, возьми. Не, в смысле, тебе как бы отдать или как? И себе возьму снапу какую-то, что-то по типу снапы. А, ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я беру М107. Сказал Артему, взял с собой только пистолет. Нет, я беру М107 и твою снапу. Так, М107, для нее нужны патроны. Так, 50-й калибр. Вот они как раз. Две обоймы я беру с собой. У меня еще есть 50-й калибр какой-нибудь тут крутой. Они, конечно, сейчас ядреные. А, у меня 338-й калибр есть. Так, АВП. Не, все, у меня больше нет. У меня есть патроны на АВП, но у меня нет АВП. Странно. Ладно, все. Все вышли. Я могу начинать? Да. Да. Так, на какой сервак? Там где поменьше людей, блин, нам залутаться, то прям мощно. Да, нам денежка нужна. Денежка нужна? Денежка нужна, конечно. Так. Да, денежка. Так, стоп, подожди, тогда я твою снайперку не возьму, если нам денежка нужна. Потому что там есть... у меня минус 21 репутации какой-то, я не понимаю. Что там за репутация? Так, раз денежка... Дурная слава. Да, дурная слава, кстати, реально. Там, что-то я не помню сколько. Так, вот этих патриков возьму. Три обоймы. Что за бред? А, у меня... Блин, я что-то это... Не заметил, что у меня этот... Инвентарь внизу стоит. Я думаю, я патроны вроде беру, а что-то они не берутся. Так, 50-й калибр я тоже скидываю. Я просто со снопой на этот сервер не смогу зайти. Так, сейчас.
Все. А, сейчас я. Да, вот у меня написано минус 21. Кто-то. Кого-то я завалил. Репутация минус 21. Типа я пару человек завалил за это. Минус репутации. Так, ладно, это у нас пока рано. 15 тысяч. Так, все, я подсоединяюсь. Есть сервер, 7 человек. 2 по 7. Давай, вот. давай. Все, погнали. Фу. Да, сейчас постреляем зомбаков, полутаемся немножко, пособираем разные броники, костюмчики, шмотки. Я, конечно, хочу топ этих скинов набрать себе. Я себе набрал пару скинов на автоматы различные. На броник 2 и 4 на автоматы. Ну и этот дебильный медведь, который всем дается в самом начале. Вы когда помрете, вот кто-нибудь, у вас же рюкзак стандартный есть, попробуйте на него скин надеть. Вот где у вас справа рюкзак будет, в него там снизу написано, типа, применить скин. Но, по-другому никак. Так, я опять появился в каком-то городе. Ну, раз мы лутаться пришли, то начнем с лутания. Так, я в отеле. 140. Мне показалось, я кого-то слышал. Так, стоп. Да, также тут мы на батарее умудрились покататься. Так, сейчас я наверх залезу. Тут, как обычно, наверху будет какая-нибудь хрень. И, возможно, кого-нибудь буду палить. Но у меня, так как у меня нет снопы, то буду я палить только зомбаков. Так, барабашку вижу. Миша подключается. Так. Вижу броники, две штуки. Да, кстати, с крыши отеля хороший вид. Мы по факту на той же карте, но только на другом сервере. Я вижу то ли РПГ. Братан, я вижу миномет. Барабаш, сейчас к тебе кое-что прилетит. Счастье. Немножко. Немножко такого маленького. Мне без него и так нормально. Да счастье, это же счастье. Сейчас, погоди, я только добегу до миномета. Если он стреляет, то счастье тебе прям много прилетит. Так как ты меня не можешь убить, пока мы в группе, и я вряд ли тебя смогу убить минометом, и вряд ли вообще смогу поднять. А где ты там? Я, ну ты посмотри, где. Я спустился, ну я поверху бегу, и тут я смотрю, короче, валяется миномет. Либо это миномет рабочий, либо нет, поэтому... Ну вряд ли он рабочий, конечно, да? Это был бы бредятинский. Это вообще даже не миномет, это доски. А, я вообще жесть, я слепой. Издалека... Стреляй, давай, давай, стреляй. Да, сейчас я в тебя из досок пальну. Так, стоп, там есть что-то? Нет, там ничего нету. Да, теперь будешь стебать меня всю игру. Стреляй в меня, стреляй. Сейчас выйду из группы, пальну. О, мы опять у того же пляжа. То, кстати, что-то здесь с лутом прям какие-то проблемки. А еще у моего героя отдышка жесткая. Я нашел пару пистолетов и все. О, зомбак. 50 опыта. Смотрите, они из каждого бакса падают. О, Миша появился. Так, бензин, ну это для тачек. Нет, из одного зомби 1000 выпал. А мне 10 баксов. Вот, $100. Тут какой-то жесткий рандом. С совпадением ресурсов. Вижу зомбака сидит на парковке. Может быть, срет. Два таких даже. 3310 баксов. С одного. Хрена себе. Так. Так много. А тут, короче, рандом. Ну почему такой жесткий? Непонятно. Зомби срет и такие бабки падают. Ну так он, походу, не все просрал. Да, такие шуточки про говно начались. Да, давайте чекнем этот. Кого? Так, я разряжу пока пистолеты. Нас там собрали, нет? Миш, мы не на том сервере. Что-то. На том сейчас онлайн больше. Вот, сейчас 50 опыта. То есть вообще даже баксов не дали. Так, мне надо стамину под это. Под, я думаю, на четверку. А, нет, четверка это восстановление здоровья. Что-то все опять разбежались куда-то. Вот, сейчас $174 выпало. То есть с каждого зомбака рандомно... Миш, ты бы так не стоял. С каждого зомбака рандомно падает какое-то количество бабок. Ух ты. Я снайперку нашел. А, нет, это пулемет. Все, нормально. Я не мажор. Все нормально. Не убивайте меня. Это всего лишь пулемет. Так, я нашел какие-то доски. Ну-ка.
А, это деревянное укрытие. Вот так это выглядит. Миномет. А, это миномет, да. Он теперь будет теперь так все время говорить. Это деревянное укрытие. Надо его, кстати, поставить на какую-нибудь кнопку. Так, полицейскую дубинку я точно выкину. Хотя у нее 30 урона. И миномет я поставлю. Ой, укрытие, миномет, блин, все. Я теперь за тебя путаюсь. Миш, ты каску себе не хочешь забрать? Пулеметы, автоматы, не? Вообще ничего не надо. Я здесь тоже. Ну давай, лутай. Там у тебя по факту только еда. Сказал бы. Хотя я на полках находил эти. Барабаш, подъешься. У тебя там здоровье чуть упало. Ё-моё. Ни хрена себе. Вот это супермаркет. Ананасы рядом с этими, с автоматами. О, маска клоуна. Так. Сколько? У нее защиты поменьше, но она повеселее. Так, ананас можно взять. Можно потом его оставить и съесть. Так, броники всякие. О, фуфловые рюкзаки. Так, гранаты, доширак. Так, сейчас я попробую кое-что пока что. Так, установить скин. У меня такого скина нету. Где этот фуфловый рюкзак-то, блин? А, вот он. Установить скин. Тоже скина нету. Походу, этот скин не на тот рюкзак. Так, броня. Ну, это броня фигня, но лучше, чем ничего, когда вы начинаете с нуля. Так. Еда, вода. Барабаш, что ты налутался что-нибудь? Угу. Я себе бинокль нашел. И много... Аж ни хера. Аж ни хера. У, слушай, так много. Ты прям у нас топ лутальщик. Это тебе не янтарь в КМП взрывать. Текс. Он мне с минометов кидать. О, да, с миномета. Все, теперь ребята меня будут стебать минометом. Ну ладно, пофиг. Ну, по чуть-чуть. Да, кто первый напишет в коммент, расстреляй меня с миномета, тот получит что-то. Расстрел с миномета. Так. Сейчас видел, как вылетел. Давай, пошути. Тихо. Давай. Нет, я сейчас видел, как из тачки подлетел этот... Я фаер кинул. Не знаю, обычный это или взрывной. Чего? Ну, колючий... Бронь подлетел кверху. Кто? Бронежилет. А, бывает. Там зомбак пытался кое-где пройти. И застрял в текстурках так весело, что когда он пытался пройти, его выкинуло куда-то в потолок. Так, о, кстати, Миш, нормальный рюкзачок такой. Ну, скажем так, второй по топовости. А на кассе валяются патрики. Ха-ха, круто. Это вы там зомбаков? На сдачу, браток. На сдачу? Слушай, золотые патрики. На сдачу такая неплохая. О, опять миномет валяется. Да, теперь я сам себя буду подкалывать. Так, съесть... Съесть. А, это уже не съесть. Так, это мы разрядим. Это мы разрядим. Это нам все нафиг не надо. Я нашел какие-то серые бинты. Так, это нам все не надо. Это нам тоже не надо. Че, ни у кого глушаков нет, да? Глушитель? С собой нету. Дома есть. Ой, я снопу нашел. Слушайте, а это не снопа, это что-то... Значит, подобие снопы. Потому что снопы-то здесь нету. Снопа здесь запрещена. 10 патронов. Ну-ка. Её здесь найти-то можно. А-а, в этом плане. Ну-ка. Ё-моё. Это снопа или пневматика? Она громко конкретно. Она больше похожа на пневматику какую-то, а не на снопу. Так, ну я на нее оптику могу только повесить. И она больше на дробаш теперь стала похожа. Так. Она очень громкая? Серьезно? Вот, теперь золотые патрики. О, барабашка с медведем бегает. Красава, правильно, так и надо. Держим марку. Так, сейчас мы F6 перезарядимся на другие патрики. Я пока не хочу просто эти тратить. О, зомбак. Встал и упал. Так, сейчас, давай.
Порастреливаем зомбаков, пособираем с них бабки. Ты что делаешь-то? Он мертвый. Я же говорю, мертвый. А ты стреляешь. Так и не потому. Мачете. А по кому-то по-другому кому-то палил. Так, надо кого-нибудь найти срочно. Сейчас Миша. Там мега зомби вижу. Мега? О, давай. Так, тихо. Сюда. Так, смотри, на что залазить будем сразу. Вон скорая помощь. Можно на. Иди сюда быстрее, а то мало ли он подбежит быстрее. Где ты его видишь-то? Вон он там впереди, у меня бинокль, вон он. А, вижу его, давай на скорую. Залазьте оба на скорую, я подманю его поближе, и сейчас мы начнем его расхреначивать. Так, ну эти патрики я тратить не буду. Тогда я вот это одену. Давайте, готовы? Так, сейчас F6. Все, все залезли на скорую. Миша, залазь, давай. Нет. Это на пожарку залез, блин. Залазь, давай. Давай, падла, иди сюда. Я по нему попасть не могу. А он меня... Во, он меня запалил. Да, пулемет, конечно, жесть какой косой. Так, давай. Оставьте мне его. Ну забирай. Оставьте мне его. У тебя патронов столько есть на него? Оставить тебе его. Вот такой вот мега-зомбак. Он на кого-то бежит. Кто? Барабашка, ё-моё. У меня патрики кончились. Так. О, топ броня. Топ скин. И топ пушка. Так, сейчас. Так, пушка. А ты его завалил? На, Михан. А я яблочко съем. Вон. Ну вот он валяется. Нет, ты просто лицо подними вверх. И посмотри на ствол приблизительно. С другой стороны тачки. И можешь спокойно его с крыши снимать. То есть не надо мучиться, как ты обычно это делаешь. Вот, кстати, у меня на эту пушку есть скин. Так, сейчас, показать обвесы. Так, давай вот это. Это мы не будем. Так, сейчас. Сейчас мы на эту пушку скин оденем. Установить скин. У меня на нее... Ё-моё, ты чё было сейчас? Ты бомбу кинул. Бросай ты это дело. А нафига ты все скидываешь? Или у тебя барабаш не нужны тебе они? Ну, не разряжаешь. Как тебе моя маска симпатичная? Она это... Чё? Вот этот дробовик, который с барабаном, он вообще не стреляет. В смысле? Он хоть баганый. Так, у меня такой есть? У меня такого нет. Я весь вон в брониках. У меня по факту пушек-то нет. У меня вон куча патриков, блин. Но зато у меня дома будет вот дофига их. Опа. А, нет, это фуфло броня. Так, стоп, я хотел посмотреть что-то. Я хотел скин посмотреть. Так, скин вот на это. На это скин нету. Где-то у меня пушка была, на которой скин был. А, я ее Мише, походу, отдал. Ладно, фиг с ним. В принципе, вот такая вот интересная игрушка. Подсоединяйтесь к нам, поиграем, повеселимся, пособираем. В принципе, реально вот на открытом мире спокойно можно налутать себе на что угодно. На выживании же... Кстати, вот этот рюкзак, который валяется, он получше, чем стандартный. Поэтому, если что, ребят, забирайте. Вот, повыживаем, постреляем вместе. На выживании, конечно, все то же самое, только лута в 5-7 раз больше. То есть здесь есть парковка, на которой там стоят пару хаммеров, и вокруг них просто усыпано стволами. А здесь... О, вон, кстати, хаммеры стоят. Сейчас мы вам даже наглядным примером покажем. В принципе. Да, вот там вот, конечно, жесть. Кстати, я админ группы. С какого перепуга? Да, еще здесь есть баги, когда вы подбегаете к лестнице. А, вот на эту пушку у меня скин есть. Сейчас я вам даже его продемонстрирую. Так, установить скин. Во. Все, теперь у меня розовая пушка. Скины здесь вылетают в виде чертежей, ну такая вот валяется на полу, такая больше похожа на какой-то бронещиток. Вы его забираете и одеваете. Кстати, на сервере сейчас помимо нас 2, 4, 6, 7, 8, 9 человек. Значит, помимо нас шестеро всего лишь. Ты чё бухло пропустил? Так. А, нет, это не вода была. Это ты, Миш, там расстреливаешь всех? Дай мне, что ли, пострелять? 186 баксов.
Хоть чувствую. О, кажется, что здесь лутались. Так. Вот это мы разряжаем и выкидываем. Потому что нафиг он нам не нужен. У нас такой же сейчас. Так, кстати, а на крышу ты залазил? Нет. Да Миша уже залез. Так, сейчас мы себе немножко опыта поднаберем. Тут тачка! Горит! Сейчас бабахнет, пацаны. Внизу. Где? Да внизу, вот, где я стою, видите? Я, она внизу, тачка стоит. Ну, что, значит, это скоро здесь есть, точнее, здесь сколько. Подожди, она странно взорвалась, она нулевая. Ну-ка. Аккуратно. Она дымится. А, нет, все, она сдохла. Да, значит, тут кто-то есть. Не факт, она могла просто заспауниться, а зомбаки ее лупили. Тут может быть что угодно. Я на всякий случай сверху посижу, поприкрываю сюда. Ну давай. Кимпери. Пали контору. Так, ну все, я поднимаюсь. Подожди, ты с чего стреляешь? С автомата какого-то? Угу. 324 бакса. Блин. Не, ну 3 косаря, конечно, баксов, это шикарно было. Но это такое разовое. Так, давайте тогда разрядим все. То есть вот, смотрите, я выбрал скин, и те пушки, которые я буду подбирать, они мне будут валяться именно с этим скином. Так, сейчас съедим яблочко, попьем водички. Ой, блин. А, я пить не хочу. Так, я еще броник нашел, который у меня есть. Также здесь есть, должен быть один из БТРов, на котором можно покатать. Так, что это там валяется в углу? О, бинтик. Красный бинтик. Барабаш, ты зомбаков валишь? Да. Ты на вышку залазил? Нет. Ладно, я залезу. Авось повезет. Так. Надо перезарядиться. Почему я слышу такой звук, как будто здесь очень крутой зомбак? Так, 175 баксов. Нормально. Тихо. Такое чувство, что, знаете, этот блевун из... Был в этом... как он там называется-то? Забыл из глаз. Нет, не с харды. Блевун какой из харды? В харде какой блевун есть? Этот, Left 4 Dead. Вот такой вот, ля-ля, который плевался все время. Вот такое чувство, что это он, блин, был сейчас. По звукам прям один в один. Как бы зомбаки здесь, конечно, наносят урон, да, но не такой сильный, ребят, поэтому вам желательно их валить просто чисто ради опыта. За игроков, конечно, дают по 4000 опыта. Вот, да, вы видели, я завалил одного, мне дали 4000 опыта. Ага, у меня рюкзак полный. Зашибись. Это патроны не всегда пригодятся. Короче, у меня все, я фульный. Можно, в принципе, выходить. Мы по факту тут больше никого не найдем. Мы можем, конечно, побегать. У меня тут персонаж еще поживет долго. Он пока мало прожил. Ладно, мы на этом тогда пока закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем, 4К, Барабашка. Всем пока, дорогие друзья. Всем пока. Всем пока, ребят.